В декабре прошлого года был сбит американский радиоуправляемый самолет-шпион. Его показали по иранскому телевидению, где видно, что он почти в идеальном состоянии. Президент США Барак Обама подтвердил, что это их беспилотник. Мы попросили вернуть его нам. Посмотрим, как на это ответят иранцы. Иранцы ответили. Они выпустили в массовое производство разноцветную в узорах пластиковую копию самолета. Весело проводить время, захватывая дрон. Иран выпустил разноцветные игрушки с написанным на каждом из них лозунгом покойного основателя Ирана Аятолла Хомейни. «Мы наступим на Соединенные Штаты». Игрушка представляет собой мини-модель беспилотного самолета RQ-170. Она появится на полках магазинов по всей Исламской Республике Иран 1 февраля. Иранский создатель мини-дрона считает, что страна ответила на запрос Обамы. «Мы хотим, чтобы у господина Обамы тоже была такая игрушка. Он должен знать, что Иран всегда отвечает на запросы. Для господина Обамы мы специально сделали модель RQ в розовом цвете. Это его любимый цвет. Он получит игрушечный беспилотник по почте через шведское посольство». 23-летний создатель игрушек говорит, что это дружелюбный шаг, показывающий хорошую сторону иранского народа. «Мы решили показать, что мы можем решить эту проблему дружественным и мирным путем. Дав игрушку в руки иранских детей, мы начали мягкую войну с господином Обамой и США. Это и было целью создания самолета». Вряд ли мини-копия понравится Обаме или Пентагону, но они точно будут пользоваться популярностью среди коллекционеров и недоброжелателей Америки как в Иране, так и во всем мире.